На конкурс дети читают стихи. Дегтярев Николай, под Новым годом, Сергей Михалков. Говорят, под Новым годом, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят быть все желания. Нужно только, говорят, приложить старания. Не лениться, не зевать, и иметь терпение. И учение не считать за свое мучение. Говорят, под Новым годом, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Как же нам не загадать скромное желание, на отлично выполнять школьные задания, чтобы так ученики стали заниматься, чтобы двойка в дневнике не смогла пробраться.